Официант, я здесь проездом из Москвы и сразу в Ниццу. Заскочить я вдруг решила к вам в культурную столицу. Я с дороги только что, и я несколько устала. Мне б шампанского бокал, а не найдется ли кристалла? Что вы, тетя, меня тетите? Если выпить вы хотите, то берите водки литер. Это ж Питер, тетя, ну что, берете? Ну хорошо, несите водку, только стопку и не больше. Я пила ее однажды, дегустировала в Польше. И скажу вам, не стесняясь, водка — это не мое. На мой вкус риска немного, как шампанское мое. Что вы, тетя, меня тетите? Если выпить вы хотите, то берите водки литер. Это ж Питер, тетя, ну что, берете? Чисто Питер! Прошу прощения. Простите. Ага. Оп. Алло, Алена, это Яна. Чё? Сама ты пьяный. Я сегодня отмечаю день гранёного стакана в шумном зале ресторана. Перестань, какая пристань? Тут куда не плюнешь, сука, точно попадешь в артиста. Плесни 302 по 200, после 3 по 100 по стопкам. Хули все стоят на месте, словно по московским пробкам. Посмотри, какая цаца, прямо парный аналитик. Оставляю официанту не на чай, а на литер. Вы куда летите? В Ниццу, со столицы, вот тебе нафка. Так позвольте приземлиться к вам за столик с пересадкой. Как же это охуенно! Накатить с утра в отчары, будто попадаешь, сука, под волшебные, блядь, чары. Вещь в себе, ебать мой хуй! Философия, блядь, Канта. Слышь ты, дядя, дядя в кепке, позови-ка официанта. Что вы, тетя?